Всем привет! Добро пожаловать на Тибетский с Алексеем. Давайте вспомним. Мы в прошлый раз закончили урок, да, и мы можем переходить к новому Да. уроку. И сделали упражнение на повторение. У меня есть Да. еще одно упражнение на повторение, но, наверное, это будет уже после этого урока. Так. А по каким темам повторения, чтобы на следующий урок читать слова с тех тем? Ну, повторение. Для повторения я беру грамматику совсем старую. Там где-то восьмой урок, наверное. А слова и некоторые выражения новые, чтобы вам было совсем не скучно. Спасибо. Нам никогда не скучно. Ну, хорошо. Итак, ура, мы переходим к уроку номер 30. Сейчас поделюсь экраном. Драгур ги ненда плалепа. Подходим к палаткам. И обычно мы начинаем в последнее время с чего? Со словаря? Да. Ну, давайте. У нас здесь интересный диалог длинный. Давайте. Грибочки. Мы наконец-то Да. узнаем, как грибочки будет. Да На ты две только эти страницы. такие грибочки, которых у нас, ну, они, наверное, есть, но особо их никто Какие грибочки? не ценит. А, все. Армариллария лютоуверенс. Елу Машу. Это какая-то флоксилария или что-то такое по-русски. В общем, ладно. Ну, давайте я начну. Желтое мясо, серша. Желтое мясо. Да. Прикольно. Ну, грибы вообще шаму. Ну, я поняла. Типа, может, какие-то типа мясистые. Мясистые овощи. Хорошо, давайте я начну. Серша, это желтый гриб. Шаму, гриб вообще. Бипа или бипа. На литературном. Это мехи. Пагур или мехи кузнечные. Это вид, это тоже вид, это Нет, кузнечные мехи. на огонь, Люди которыми дуют, что огонь ли? раздувают. А, мехи, все, поняла. У нас будет, ну, быт тибетских кочевников там и всякое такое. Поэтому будет много таких слов. Багур или драгур. Это черная палатка из Кочевники. ячьей шерсти. Какой шерсти? Ну, ячьей. А, ячей. Что, что-то плохо слышно. Громче поставить. Не палатка. Плохо слышно? Не-не, у меня, видимо, это стояло на низком звуке. Маленький. Так, не палатка, а, как сказать, юрта, наверное. Просто здесь все Ну, пишут палатка. скорее всего, юрта. Так, ба или да, тоже можно ее назвать. Или кур, это просто типа юрта какая-либо. Ри это, ну, мы многие знаем, кстати, Три, да. это ячиха. Карчу. Это у нас где-то было еще давным-давно. Это молочные продукты. И конкретно они выделяют три главных молочных продукта: молоко, йогурт и масло. Клумпепу – это верхняя часть долины, и Лумпейда – это нижняя часть долины. У это дыхание. Давайте дальше. Айжан. Ага, это ампак, амтра, покетов чумба. Ну, чуба это тебе такое платье. Карман в этом платье. Да, в этой чубе, да.
Короче, платье, ладно. Как это читать? Уртро, да? Урдо. Урдо, да. Слингшот. Не знаю, такой... Что-то я пропустил это слово, когда себе выписывал. Слингшот. Кто знает, что такое слингшот? Это проща, что ли, какая-то? Или этот самый слинг для ребенка? Ой, не выкрасовывай. Типа сумка, в которой традиционно ребенка носят. А, рогатка. А, рогатка, точно. Ну, я тоже это слово знала. Знала и забыла. Слингшот. Ну, почти прощаю. Да, я почти угадал. Так, ладно. Хорошо, дальше. Так, мелон. Мелон. Зеркало. Also denotes a silver or bronze disc bearing astrological signs. Также так называют какой-то Какой-то гадательный диск, наверное. серебряный или бронзовый диск, который с астрологическими знаками. Все понятно. Да, все очень понятно. Зеркало, короче. Чапке. Пояс, украшенный Резными резными серебряными... Нет, просто мотивами, с мотивом. фигурами, узорами. Да, короче. Пояс, украшенный, скорее всего, да, вот не металлически, а серебряными какими-то этими штучечками. Так, ладно. Лостум. Металл, украшенный двойной diamond shape. Металлическое украшение в виде двойного алмаза. Который From the носится подвешенным на поясе. Аханг. Я хун читаю как буквы. Вижу, о, махун. Я без переучилась. Я вообще ханг не вижу. А вот это double diamond, двойной алмаз, это может быть вот это наша вот Ну как да. форма ваджриджи, да? Да. Да, ладно, щел. А? Щеке. Шонги Щеке. ге. Да, щеке. Орнамент в форме буквы Y. Да, который используется для Чтобы молоко подвешивания молочного было. Чашечка. казанка. Ну. Хорошо. В общем, что-то очень такое странное. Да. Катерина, пожалуйста. Хапшуп. Я не знаю, что такое хасиф. Хасиф я тоже узнал только вот когда разбирал этот урок. Хасиф — это сокращение от housewife, то есть домохозяйка. Домохозяйка? Да, но так называют в разговорном, наверное, языке набор иголок. Короче, маленький портативный набор для того, чтобы что-то где-то зашить. Он в А что таком такое джет? фред, нитка. Джет. А это нитка? Иголки, нитки. Так, меча. А, тут нам будет не Даль? хватать английского. Это огниво. Огниво? И сталь? Ну, кремень и, как она называется, кресало, да? Красава. То есть это все огниво, я так понимаю, называется. То есть то, чем добывают огонь. Там две части, да, которые. Значит, лере и паре. Да, Так, прошедшее. это все тут будет диалект местный какой-то, поэтому особо не пугайтесь, просто Для информации. да. А assertive, я забыла, что это такое. Ну, Можете это повторить? подписано паре, то есть это как Ну, бы прошедшее. обычный изъявительный наш. Ага, обычное прошедшее. Значит,
Да или ду. А, ну это опять же то, что мы проходили. То есть имеется или там что-то есть. Велере или йоре. А, опять все, я поняла, то же самое, имеется или что-то там есть. Как остановиться, заблокировать? Остановить, заблокировать? Цангяк. Это цонгяк, точно. Цонгяк. Делать дело, делать бизнес. Не знаю. Пугяк. Дуть. Блоу. Сапсап. Сапсапнанг. Быть осторожным. Что-то такое уже у нас было. Да, Сапсапнанг. сапсапче. А, сапсапче было точно. А как оно переводится? Сапсапче. Ну, то же самое, только я так понимаю, это Делать там было. уважительное. Почему-то не подписали, но нам это же всегда уважительное. Сокьяк. Кусать. Чук. Собирать. Уанг или Йонг. Это приходить. О, прикольно, Уанг еще есть. Кетан или Сунтан. Сунган. Звать. Да, согья это зуб делать, типа со это зуб. Хорошо. Наверное, дальше что у нас? Грамматика. Значит, здесь у нас мы разбираем, ну, по-английски это называется наречие, а по-русски это было называлось местоимение. Просто много разных видов местоимений, это какое-то там указательное, что ли, то есть или вопросительное. То есть слова по сути означают как, и дальше будет еще так. И еще так же, кажется, будет. Вот, короче, есть конджес, а есть кандже. И вот мы будем наконец-то разбирать, в чем разница, потому что мы с вами уже слышали это все неоднократно. Литературные формы немного отличаются. Кандра это литературное как. Суффикс, то, что мы читаем с, он иногда пишется по-другому, через са. Например, конгресс, тагас, динджес. Вот, короче, альтернативное написание. Итак, кандже форма в основном ассоциируется с существительными и прилагательными. То есть, например, когда мы спрашиваем, как тебе суп, или как сам, то это кандже. Кандже, да. Давайте почитаем примеры. Ну, давайте я начну. Тэнгсан керан кусу канджеду. Как поживаешь в эти дни? Ну, типа, как твои дела? Здесь перевели вообще, как твое здоровье, кусу, типа, тело. Как твое? Как? Как, но не глагол, а как ты? Как твое тело? И это у нас кандра, вот эта часть, да? Кандранду. Канджа, ну, литературная, или канджес, кого кандже, ну, типа на разговорном. Айжан, дальше. А, тало, карчу, кандра, да? Кандранду? Канджеду. Кандранду. Так, карчу, вот это молочное. Ло, тало. Ло в этом. В этом году. Как дела с молочными продуктами? Да, типа как молочка в этом году? Ну, например, наверное, вопрос к фермеру какому-то Ну или к скотоводу. да. Кочевникам, что это Ну, основное. да. Екатерина? Так. Чотан, кон, гьопо, кандре, джогиду.
Ага. Все это прошедшее время посмотреть. Да, это Это ж. нет, это А, императив. императив, да, Ага, повелительное посмотрите. наклонение. Посмотрите. Он как быстро он идет, ходит. Идет. Ну, если посмотрите, то, наверное, не ходит, идет. Хотя, может, и ходит туда-сюда. Хорошо. И конгресс мы обычно говорим, когда есть, когда есть какое-то действие и когда есть глагол. Кстати, примечание еще, что мы, ну, молодцы авторы учебников, потому что они не просто передают звучание, а они типа выясняют, от чего происходит эта там частица какая-то, и соответственно уточняют написание. То есть они используют са, потому что произошло от слова сэр говорить. И точно так же у них было йоре, некоторые пишут йо ре, вот, но они пишут йоре через та, потому что, ну, по историческим причинам, потому что произошло от ее пары, ну, с этим, опять же, ее, ну, и так далее. Они, это их обычный подход, ну, который очень хорош, мне кажется. Вот. Да, конгресс. Давайте, Айжан. А вот опять контрес, да? Контрес кюкюре. Я говорю. Я гюре. Как это нужно сделать? Да, ну, может быть, как это делается, типа, Это я делать. думаю. Хорошо, да, здесь есть глагол я, и, ну, соответственно, мы спрашиваем, как делается. А тут в конце ре. Без гиры или Ну, потому что гиры. горе, это ж этот А, модальный глагол, да, горы. или какой он там? Да, го это модальный. А что с модальным глаголом го? Там не используется. Да, там же особые эти, ну, только или го без ничего, или горе, или там что-то еще, там годюк, по-моему. Хорошо, не помню, с чем там. Так, кун пен... Я сейчас, да? А то я такое там лезла. Кун пёне кандрес пепаре. Значит, он из Тибета. Как из Тибета он пришел или шел, Приехал скорее. приехал. Хорошо. Так, это было конгресс. Дальше у нас идет динджей и динджес. Тоже пример, то же самое. Как в русском языке, в английском сложнее это перевести, потому что у них like this и how как бы типа далеко друг от друга, а у нас как и так. Вообще без вопросов, мне кажется. То же самое, типа по сути. Плюс добавляют, что есть еще форма dups, который иногда используется вместо dindres. Давайте почитаем пример. Начнем с меня. Часу ди... dindres нинджи порева. Часу диндже... Диндже... Нинджи порева. Ага, вот как. Значит, такие кудрявые волосы симпатичный. А, не правда ли, Рева? У нас где-то было интересно, или это в будущих Рева не уроках? было вроде еще. Наверное, в будущих уроках А будет. Сулу это кудрявая? Да. Да. Прикольно. Сулу. Там какие-то, типа, это не просто кудрявые, а какие-то, ну, по-местному кудрявые, то ли из косичек кудрявые, то ли как-то у них
Это слово обозначает типа распадланный, типа не неровный, а какой-то такой. Волнистые. Ну да, что-то там, я помню, в словаре читал, думаю, блин, нельзя просто написать кудрявые. Вот, ну там какая-то большое Ну, какое-то это, наверное, объяснение. прям... Ну просто может у них такого нет, и они как бы заходят на кудрявые через какие-то, знаешь, типа неровные, какие-то странные. А это тра волосы, да? Да, трай это волосы. Хорошо, Айжан. Вот в начале вот это вот альтернативное слово. Ага, дус, Это да, которая? дукс, да. Гиагоре, дус, гиагоре. Вот так вот делается. Катерина. Фунги, егеди, динджес, дригиду. Ага, значит, он сейчас что-то в настоящее время не пишет. Такое письмо. Ага, он пишет такое письмо? Пишет письмо так. Пишет письмо так? Да. Дальше тага, тагаран и тагас. Это я меньше всего помню, потому что, Very just. короче, ладно, не помню. И тут сложно с английского перевести, потому что без контекста непонятно. The very just, типа, то такой же. И тагаран, типа, совсем такой же. И в литературном тибетском тега и тегаран. The very just, это, наверное, типа, как раз такой. А тагаран, это точно такой. Ну, короче, сейчас посмотрим по примерам еще. Просто в английском эти вещи не так, как у нас выражаются. Да, и... может, примерно то же самое не означает. Потому что разница такая же, как между вот теми парами примеров, которые мы обсуждали выше. Давайте посмотрим на примеры. Айжан. Шуяк така, да? Ага. Такарангре. На шуяк такарангре. Это то, что я сказал? Именно то. Может, Именно. именно то. Тогда. Это именно то, что я сказал? Шукьяк такарангре. Так, Катерина. На керан, керан цала, такас, кеча, кеча. Это плакать или что-то такое, кеча, не помню. Речь это речь. А, речь. Кеча, шикар йонгиин. Шикар, что-то такое знакомое. Значит, йонгиин это что-то приходить, типа, в будущем придет. Кто придет? Я. А вот это Киран Цала. Саша, такое значит. Сала, вот мы обсуждали только. К кому? К Тебе. кому домой? Ну, типа, или в А, это гости. ку. Ага, значит, я к тебе приду. Поболтать, похоже. Так поговорить. Не, меня так интересует, куда вставлять. Ну да. Поговорить таким Просто образом. так поговорить. Просто поговорить, наверное, да? Просто, да. Просто поговорить. Ну да, сложно тут без Да, без большего количества оттенков. примеров и объяснений. Оттенки какие-то. Да. Ну хорошо, может дальше будут примеры. Модальное выражение не иметь выбора. Значит, ма, глагол ран, глагол и ма глагол каме означает, что вынужден что-то делать, типа
Иначе никак. Пришлось что-то делать. Часто используется в разговорном тибетском. И то, и другое зачастую употребляется с глаголом последующим «ре». Давайте. Айжан. Ой. Наран. Ага. Наран. Сукпо, якпо, ме, наверное, да? Так, ладно. Мецам. Мецан. Это лекарство, наверное, что-то такое. Нет. Ну ладно, доберемся. Мецан. Гомпа, ма, шуран, шуре. Шуран. Так. Наран. Сукпо. Якпо ме. Якпо. Якпо, мецам. Мецан. Мецан это отрицательно. Якпо хороший. Сукпо тело. Наран. Мое уважительное. И как говорит. Word holy и unholy. Нет, я каков? Супо якпо ме. Болею, ну плохо. Плохо себя чувствую. Да. И что? Сам. Так как? Поскольку. И поэтому? Гонпама. Гонпам. Масурам шури. Это вот эта конструкция. Ма, ну, шу. Я должен... Мне нужно уйти почему-то. Да, гумпа шу, это типа откланяться, попросить прощения. Я вынужден. Так как я болею, я должен. Мне другого выбора, как у. Вынужден Я откланяться. вынужден откланяться, уйти. Ага. А что значит шу? Этот вот сам глагол. Ну, шу вообще говорить. Или просить. Хорошо, Катерина. Да. Моча, кем шор, цанг, тропей, цала, мачин, рамчин. Значит, машина, кем шор, сломалась. Поскольку машина сломалась, кочевнику нет возможности сходить. Нет, нет, у нас не было другого выбора, кроме А, как не было. пойти к кочевникам. Боже, я совсем не так перевела. Не было другого выхода. Пойти к кочевнику. Да, некуда было деваться. Хорошо, а теперь мы все это оценим на ярких наших примерах. О, гора Кайлаш. Или Кайлаш? Как ты сей? Нам еще предлагают песню прослушать. Я вообще давно уже не слушал ничего, поэтому еще мне бы надо хоть прослушать, а то вообще оторвался а давайте прослушаем. От жизни. Ну, а я сейчас не найду. Это вам домашнее задание начнет быть. А у меня нету книжки. Мне только скан-копию, когда мы покупали, прислали скан-копию книжки. У меня только у меня книжка, но она без этого диск. Без Диск. диска. Там в интернете что-то в все интернете есть. Бесплатно он. Он доступен всем, да. Я только порыться в своих архивах, найти ссылку. Хорошо, у нас Дорджи, Гобсан и Джокмо. Кто будет? Давайте Джокмо. Кто-то будет. Расстроен нас. Да? Три участника. Да, да. Ну, еще, кстати, дальше кто-то. Ну, подождите. Джокмо, это что, кочевниха? Что ты поняла? Кочевница. А, еще и пу. Ого, длинненький диалог. Ну, давайте я буду, например, Лапсан. У кого больше? Давайте я буду Лапсан и пу. А Айжан, например, ну, короче, а между собой вы разделите Лапсанга и Джокмо.
Дро. Ой, не-не, я выдал лапсан и пу, а айжан будет, ой, а вы разделите дорджи и джокмо. От кочевника и дурды, да? Ну, Пайка, если... будешь дольше. Хорошо. О, сап-сап-нанга, нем-ла-ди, ага, нем-ла-дине, кетан-на, маток, шагья-чина-чин, чина-чисо, ау. Чина кисо гиагирета. О, боже. О, это такое восклицательное, типа какое-то удивление, наверное. О, Да. сапсапнана, это типа волнуешься или волноваться, не волную, Нет, я не нет, знаю. сап-сап-чей. Это сегодняшнее слово же, сапсап. Да, Осторожно, сапсап. А, осторожно, осторожно. осторожно, быть осторожным. Угу. Типа, будьте осторожным или как здесь привести? Ну да, я думаю. Будьте осторожны. Нен-ла – это что-то в прошлом. Из Ну, может, это этого… первым делом? Сразу, типа. Ну, типа, сначала. Сначала. Сначала из этого кетан Отсюда. 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 Ага. Кетан, это говорить или что это? Кетан Кричать? звать. Звать? Кол, точно. Если позвать… Если не позвать. Нема. Нама. Наматок. А что такое ток-шар? Намато. Это же наше выражение из грамматики одного из уроков. Если не. А, значит, сначала отсюда, если не позвать Шаргьяк Чин, то, значит, короче, я вообще не шарю. Чин – это ходить в прошедшем времени, Шагья, шел. это помнит? Шаргьяк, не знаю. Прямиком. А, Шагья. да. Если идти прямо, то ки – это тут не собака? Собака. Ага, то собака будет лаять. Не просто лает, согья. А, зуб делает зуб. Не помню, Да, что это. делает Рычать. вам зуб в пугу. А укусит. Да. Апо. А, нет, это лапсан. Значит, конечно, сложно без перевода это, ну, прям понять это предложение, но, в общем, давайте, нела это типа... Сразу. А, сначала, Сразу. сначала получается, значит, если сначала отсюда не позвать, а пойти напрямую, то собака может сделать кусь-кусь. Ну, сделает. А почему здесь то пойти напрямую, как бы будущее время, а тут чин в прошедшем глагол взят? Если бы мы пошли, типа, это А. я тоже, кстати, путаюсь с этим. Это надо нам перечитать, как бы по-хорошему раздел там, где, помните, у нас условные вот эти придаточные. Если то, то значит то. И там то ли в Угу. прошлом, то ли там в Типа будущем. согласование времен надо Да, пересмотреть. да. То есть мы же не идем, но если бы пошли, то кусь-кусь. Хорошо, лапсан. Апо, ки карна. Эй, этот, ну, Сам. типа, дядька, ну, здесь переведено шепард, пастух, но апо, это типа дядька кочевник.
типа, ну, мужик, эй, дяденька, собаку придержите. И Ки карна на джокмо. кен ки как о да как а о Так, просто какое аршок Яршо, ярш Яршо. яршок я Шо, да. та яршок та Кен не знаю, что такое. Ген это типа генла, это типа А, почтенный. почтенный, да, хорошо. Может, это здесь Генкок? Нет, не может такого быть. Старичок, Ну, найжан. да, дедушка. Да нет. Уважаемый, да, уважение. Ген, тот самый, да? Не знаю, что-то он собаку придержал. Типа так. Как И как его? собака придержана. Собака придержана, типа, проходите, да? Яршу. Да, да, да. Дождела. А, прикольно. Я? Или как здесь прочитать? Я? Ну, я, наверное, да. Ама камсан. А, это кукамсан, вот это что, все время ви говорит, типа, здравствуйте, что, Да, типа, или как поживаете? Ага. Апо камсан. Значит, а как вот в начале вот это я, что это значит? Непонятно, они здесь и не переводят, ну, наверное, какой-то возглас типа А. хай там или что-то такое. Значит, как тетенька, как поживаете, и дяденька, как поживаете? Да. Ну, видите, они говорят матушка и дяденька. Хорошо, джупну. Генла ни камсан. Пукурнан ла ярпе. Багур. А? Багур. Багур нанла ярпеп. Генла пять, вот что-то уважительное отношение, да, вот. Господа. Господа Никамса. А, оба хорошо, да, видимо. Приветствую вас, господа. Два. Не поняла. Генлани – это господа Вас в обоих. двойственном числе. А, Генлани, а вас обоих, да, приветствую. Ага, да. Ну, заходите домой, я вот это поняла. Вот Нила, Да, а я. куда конкретно Багур? А вот Багур не знаю. В Тент. юрту. А, Кур вот. как курень, да? Багур. Пожалуйте в юрту. В юрту проходите, да. Внутрь юрты проходите. Ага. И хором. Тукчече. Дудече. Тукчечи, да. Так. Опять? Айжан. А, На опять? А. джокму. Так, это как читать? Я опять? Яган ома ще. Маще. Маще. А вот это вот оже. О, маще. Ома, да, ома. Что такое ома? Молоко? Нет, ома. Вообще, молоко не будете, да? Я не знаю. Ну, например, так, да. Типа, Вообще, да. хряпните молочка. А вот ма это отрицательно, даже о май. Ома, нет, ома это Ома молоко. это молоко. А, предлагает молоко. А ше это какой-то императив какого-то Это, слова? наверное, все это уважительно там и откушать, и попить, Чё уважительно и кушать? всяко-всякое. Но не только. А, угу, хорошо. А вот это оген, что такое? Я А, ген, опять это уважаемый, типа эй, уважительный, да. господин, или что-то такое. Да, уважаемый, да, опять молока. Ну где че?
Ну, подождите, например, смотри, какое молоко у нас, если это конину предложат, это очень такой напиток. Так, хорошо, дальше, Айжан. Опять я? Ага. А, тукчече же было, точно. Да. Керни, да, керни ганне пеп. Кени. Кени ган кане пеппа. Кане, а вдвоем зачем пришли? Откуда, да, пришли? Кане. Да, мои жены. Они все-таки Лучки вежливые это, вопросы наверное. задают. Не зачем пришли, а откуда пришли. Откуда, да? Ну, вот это ки, это от Кира, от Кирана, да? Кени, это вы вдвоем, да? Кане. Откуда пришли, да? Хорошо. Так, дур Нани дела. хласаны юнпаин. Мы вдвоем из хласа пришли. Ага, капар пеп кен ин. Зачем копар? Куда? А, не помню эти слова. Куда? Куда направлялись, я не знаю. Это кенни, не знаю. Да, Кенни. нет. Куда шли? Куда идете, может? Да, нет, помните? Типа этот активный деятель. А, куда? Куда и Номинализатор, да? идущие вы, да. Куда направляетесь? Ага. Опс, а, это я. Накчула джойни. Вот так я ушел, не со тупмачу. Тогон де нецан яроксеркар йонпаин. Нахчула дронянин. Мы едем в Нахчу. Да? Мотрак йон шорне со тупмачу. Машина сломалась и починить не смогли. Тулон ди нецан яросер кар йомпаи. Яросер кар йомпаи. Так, сегодня вечером сюда попросить о ночлеге пришли. А можно вот это вот не провели, не, как здесь вставить вот это не место и цан, как переводится цан? Нецан, это жилье, ночлег. А, это жилье. Не, там же као. Нецан. А яр это одолжить? Ну Нет. да. Жилье одолжить. Рок, это пожалуйста, да? Или нет? Ну да, это типа помощь. Или, А, ну... это рокпаче. А. Ну. И, наверное, яро — это типа... Каким-то образом, короче, яро, сэр, это попросить помочь тем, что предоставить жилье. Акар. Кар — это наша грамматика. Что сделать? Чтобы что? Пришли, чтобы что? Какой знакомый каркар это? Да. Пришли попросить. А, что бы еще? Да. Так, чокмо. Ой, я тай, да? Интаин. А, интаин, да, понятно, да, кажется, было. Ну да, ну типа, Интаин. конечно. Дригиры. Проходите, не знаю. Хорошо или как это не Это против? хорошо, да. А, дригиры. Да.
Помнишь, у тебя ДГРП у Ладушки. нас было, да, какое-то там вечно? Хорошо, О, я, да. дожди. Тукчинан. Спасибочки. Тало карчу. Канджесту. Канджеду. Канджи. Канджеду. Значит, тало это этот год. Карчу это молоко? Нет, не помню. Ну, молочные продукты. Ага, молочка. Все. Ага, кандже есть. Так. Светский разговор пошел. А, есть как молочка этого года? Как Как? молочка в этом году. Да. Да. Вот Айжан А, говорила, что как ей молочка в этом нужно году? практиковаться в смолтоке. Теперь ты, Айжан, сможешь даже в Тибете смолток повести. Да. Как молочка в этом году. Да, как... Хорошо. Як по да. Вместо ду. Ну, як по да, як по ду. Хорошо. Все хорошо, не с молочкой. Дия кацае. Уже ближе к телу вопросы. Дия кацае. А сколько у вас яков, позвольте спросить? Я чих или И як? нет ли у вас дочки на выданье? Я. А можно вопрос? Здесь дри и як. Это ячихи и яки или это Ну как-то да, по-другому? ну да. Я думаю, что это типично для тибетского, когда они ставят одно второе, и это как цельное какое-то понятие. Ну, в принципе, и те яки, да? Ну да. Как? А сколько таких яков, да? Да. Як чун чун чу там Я ю а ю гечу. ге чу там ге чу 8 есть? 80. Да. Ге 8 чу 80. Дри на чу ю Напчу. Напчую. Напчу. Так, а эти 50, что ли? Вот этих три. Я чих 50. Ага, тех 80, этих 50. А, джи цанма цанмашо. Як йорепе. А что такое шо здесь? Йогурт, Это нет? дается. А, дается. Ячихи, цанма, это что, полностью или как это что-то такое? Нет? Или это цан и Все, машо? все ли А, все ли ячихи дают молоко, короче, дается. дают молоко? Угу. Это вопрос. Опять я манче по щу. Чего? Что я? Как чего? Чего? Ага. Як? Блин, просто не знаю, какие слова, какие части объединить. Ну да. Йолеро. Як? Шевере. Йолере. Ну, с манчева, я так поняла, большинство. Что я? А, вот это доится. А, большинство доится. Ну, дают Йоре. молоко, да. Да, большинство из них дают молоко. Хорошо. Ралу. Ой. Ой. Там А? было Ралук Йоре. На самом интересном месте потеряли. Йорепе. Ралук Йорепе. Сейчас я скажу. Козочки, овечки есть? Ралук Йорепе. Ралук йопе. А, Йопе. А, у тебя есть козочки и овечки? Ра это эти козы, лу это эти овечки, да? Ну там я опять. Надеюсь, да. Раку.
Чем-то рагу. Чута. А, это, а, рагу. Число, наверное, губчу. Губчу, да, 90, да? Капец, рагубчу. 90 кос. Да, 90 там. Лу, е, опять гечу. Гечу цо царе. Цаю. Овечек. Я не знаю, что это значит. Чу, и потом идет ца. Но обычно ца это соединительная частица, Цаю. нишица, но универсальная соединительная частичка, нет? Возвращается. Ну там после О, нет Алексей. никакой цифры. Да, А. извините. Та же проблема. Зарядиться бы. Можете поделиться книжечкой? А, точно. Ой, извините. Опять забыл зарядку поставить. Ну да. Подожди, а Думаю, что мы что Катю вы не потеряли? А, нет. предупреждали. Нет. Хорошо. Так, дальше. Дорди. Зайдем. Ралукьопе. Она уже А, сказала. Ралук-Йопе? А, овечки, козочки имеются? Да, Да. я сказала, что да, рагючутан, луге, чу, вот это чу за ца йо. Или примерно, да, ца. Там, наверное. Наверное, лу ге чуц. Девяносто этих, как козочек. Восемь, примерно 90. Ца это не примерно, не знаю. А, это примерно ц. А, Да, примерно сам. 80 этих козочек. Ой, баба, овечек. Овец. Так, есть. Ди Живет. пипа дупа репе канджес гягоре. Это у вас мехи? Как они действуют? Как ими надо управлять? О, Боже. Так, сейчас объясню. Так, йоко лепсон. Ни ней пуре. Я правильно читаю? Да, здесь идет, нет в оригинале пояснения, в переводе есть пояснение. Внезапно появляется сын кочевницы. И она говорит, о, Лепсон. А внезапно появляется леп это пребывать, сунг это прошедшее время, ко это он, а йо, А о, это о. он А о. пришел, это мой сын, да? Да, только сначала по-тибетски давай я же. А я диней пуре, я прочитала. Поэтому и поняла. Ген лопсантан. Гендроджере. А, она, короче, представляет, вот это Лобсан, вот это Доджи, да? Он Лобсан, а это уважаемый Лобсан, а это уважаемый Доджи. Хласане он лере. Из хласы Йопере. Йомпере. Приехали. Приехали, да. Хорошо. А дальше получается все мое. Сам собой. Лобсан, Хамсан. Ну, Катя тебе поможет, потому что у меня много было, у Кати мало было. Хорошо, прошу, Катерина. Я говорю, здравствуйте. Генкам сам. Здравствуйте, господин. Кабар Чинпан. Переводите. А, да, куда ходил? Лумпей, пала, пула, серша, джукар, чимпаин. Лунгпей. Долины. А, точно. Долины. И все, даже не знаю, пула, что такое пула, название? Какую-то высокую часть долины. Ага.
Сэр, это называется? Нет, это А, не тот сэрша, сыр. это, блин, эти грибочки желтые. А труп это собирать. Чтобы сходить, я ходил, чтобы собрать грибочки в Верхнюю высокую часть. долину, в верхнюю часть долины. Таре нар серша тец цона джигирве. Если таре это сейчас, типа теперь. Нар серша тец цона джигирве. Если можно, короче, у тебя купить Грибочков. немножко грибочков. Отвечай, А пу. вот этот Торес, это как перевели вы? Это я мне попадалось, что это значит теперь. Теперь Торе. Торе. Окей. Может быть, типа тогда. Тогда можно у тебя купить грибочка. Интаин. Я так понимаю, ладушки. Хорошо. Все, на этом заканчиваем. И как раз в следующий раз мы можем уже практикой заняться. А, Ведь. время уже как раз. А А можно запись остановить, пожалуйста? Спасибо.